придется не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок. У него свои заботы, начинается урок. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет вновь кларнет или труба. Музыку не любят, очень злятся, но и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Папа-да-п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 а-